Всем добрый-добрый день! Сегодня 20 апреля 2024 года, и мы гуляем с нашими собачками. И сейчас мы будем кушать. Будем кушать. У нас сегодня заготовка мясного фарша, мясокостного с овощами и с рыбкой. Все перемолото вот так. И наши собачки, конечно же, до укладки в морозильные камеры сейчас будут кушать. Мам, поставь. Давайте. Раз, два, три. Конечно, не переживайте. Всем хватит. О, все в одну миску. Давайте. Вот, сейчас. Сюда. Нет. Сейчас. Все кушают. Давайте, перебирайтесь к этой миске. Всем хватит. Да, мам, они хватит. Во-первых, они уже сегодня кушали, но я люблю всегда дать свежачок. Сейчас наши собачки покушают. Девчонки уже покушали. Домашние тоже покушали. Малыши тоже. Мы малышам в ясли тоже даем. Просто пока я сейчас пакую все в морозильные камеры, конечно же, свеженьким хочется побаловать. Ну, сейчас вот медленно. Вот такие вот цветочки. Наши кушают собачки видотипичное сырое мясо. Видотипичное питание, сырое мясо с овощами, с костным и с рыбкой. Рыбку тоже муж туда перемолол, потому что хамса не килька, хамса немножечко с горчиночкой, поэтому некоторые ее выкладывают. Ну, вообще у меня собаки хорошо кушают, вон, видите? Они уже не торопятся, налетели сначала, глянь. Все беременные, все кормящие, все лечащиеся, особенно собаки, у меня вообще полностью на видотипичном питании. Вот, ну а вообще малышам и взрослым я, конечно, нам просто физически приходится добавлять корм Royal Canin. Мы кушаем, сегодня нам привезли 6 мешков, тоже идет на ура. Вот, ну смотрите, сейчас собачки докушают, мисочки сейчас будут блестеть. Я расскажу новости нашего питомника, которые произошли. Значит, ну, давайте начнем. Значит, самая главная новость такова. Наша малышка Ёлочка успешно доехала в свою семью. Ее уже встретила мамочка. Вот, отписалась, и они поехали. Ёлочка у нас будет жить в городе Королёве. Я там перепутала, назвала другого щенка в Королёв. Ну, уж извините, бывает. Мне, наверное, простительно, да, где-то там запутаться иногда. И именем могу другим назвать. Но ничего, вот так сейчас мы все долижем. Собак худых у нас нет. Как вы видите, у нас некоторым наоборот можно немножко похудеть. Но здесь у нас нет возрастных собак. Возрастных надо строго держать, конечно, на диете. А здесь у нас всегда ажиотаж. Кто быстрее. Также и вкусняшки мы хапаем, хватаем. Поэтому сейчас мы намоем до блеска миску. Вот. И я вам расскажу еще одни очень важные новости, которые произошли в нашем питомнике. И покажу причину этих новостей. Так, сейчас найду. Где причина этих новостей? Где причина этих новостей? Итак, еще один щенок в нашем питомнике нашел свою семью. И уже на будущей неделе уедет жить в Москву. Подмосковье, по-моему, да? Сейчас опять, чтобы не ошибиться. И это щенок, который уже достаточное время ждал свою семью. Сейчас я покажу. Это девочка. Это девочка. Так. Это красавица. У нас девочек меньше, да? На. Это красавица, которая наела себе полный живот. И зовут ее Авунда. На. Вот она облизывает свою мордашку мясную. Вот умница. Это красавица Авунда, которая поедет жить в новую семью. И что меня очень-очень-очень радует. Эту девочку выбирали очень тщательно, долго. Долго взвешивали свои возможности. Договаривались со всей своей семьей, что очень-очень важно. Это то, как раз-таки, о чем я всегда прошу каждого будущего владельца. Потому что захотеть собачку спонтанно можно очень прям сильно, мечтать о ней. Но собака — это живое существо. И все-таки, вон, видите, наша Сабина таз стоит, вылизывает от мясного. Целая строительная ванна полная сегодня получилась. Нас очень много. И, конечно же, спонтанное желание возникает, милые, хорошенькие, но обязательно нужно взвешивать свои возможности, да, как дальше, как отнесется к этому семья, как отнесется к этому ваше окружение, от которого вы зависите. Я не говорю, что вы обязаны прислушиваться всех и вся вокруг, но если в вашей семье принимает решение
кто-то, да, то этот человек желательно должен быть готов также встретить нового члена семьи, так как собака – это живое существо. Не просто там игрушеньку взяли, там, да ладно, там надоело, можно там отдать, продать, вернуть, что категорически не приветствует мой питомник, да, то есть я для этого очень тщательно подыскиваю владельцев только самых здравомыслящих и лучших, и только тот человек, который долго взвешивал, решался. Нет, на самом деле есть люди, которые решаются спонтанно, все, влюбился, и это счастье на всю собачью жизнь, как говорится. Но люди разные, и бывает, что нужно время. Вот. И, конечно же, допустим, вот в моем питомнике я всегда подчеркиваю, да, если вы хотите купить щенка, но у вас есть какой-то там колокольчик, какой-то там зарезервировать щенка, например, какой-то сомнения, лучше не нужно, потому что внесенная сумма, внесенные деньги возврату не подлежат, то есть я не играю в эти игры, сегодня я хочу, завтра, слушайте, ну у меня такое просто было, поэтому я рассказываю, все, берем, нате, вот вам деньги, мы берем, тут собачки уже ехать, слушайте, а мы не берем, там муж в командировку уезжает, ребят, не берите, и очень хорошо, что вы это решили до отъезда щенка, были у нас случаи, когда и уже после приезда щенка, щенка не смогли влюбиться, такая ситуация у нас была, вы прекрасно помните, кто долго подписан на наш канал давно, там позапрошлом году, когда девочка прожила 3 недели, ее просто благополучно вернули. Единственное, я всегда подчеркиваю, возврата сумм средств, я всегда заберу свою собаку назад, но бесплатно, да, и осуждать меня за то, что я такая вот, мол, стерва, наживаюсь на несчастных людях, которые заплатили за собачку, а потом у них там что-то случилось, а я им деньги не возвращаю. Так вот, я, например, так не считаю. Я считаю это безответственно, и тот человек, который до конца еще не решил сам собственно или опять же с его окружением, что ему нужно это живое существо, это не вазочка, да, которую можно временно там поставить в сервант или там за стекло, или значит, и потом, когда будет время вернуться к этому вопросу, это живое существо, поэтому взвешивайте, будьте ответственны сами, и не нужно свою ответственность переносить на плечи других людей. Если у вас еще раз есть сомнения, не приобретайте щенка в моем питомнике. Я со своей стороны, еще раз повторяю, все мои собаки предлагаются полностью привитыми, чипированы, все породные, все разные, как вы видите, и мини, и макси, и средние, разных пород, ну тут тоже, да, видно, и дизайнерская порода мальтипу среди них, разных окрасов, но все обязательно привиты, чипированы, имеют документы клуба, татушечку в паху, все проходят все оформления и вакцинации официально, то есть если эта собака регистрируется в клубе, все это делается официально, если собака помет там щенок, клеймо, чип, если это ставится, все это делается официально, все вакцинации заверяются ветеринарным врачом по стандартам оформление ветеринарных паспортов. И не надо в них искать никакие проволочки, что кто-то там неправильно что-то оформил. Все проверяется, ошибок быть не может. Ну, если они есть, то мы их, конечно, поправим, вот, если вы их найдете. Но, учитывая количество моих собак, я не выбираю, да, какой вакцинацией привить этого щенка, как написать этому в паспорте. У нас все абсолютно равноценно и одинаково, вне зависимости от породы, да, той пудели, это чихуахуа или мальтипу, вне зависимости, это возраста, возраст у всех одинаковый, всегда плюс-минус 1-2-3 дня чаще всего. Если это алиментный щенок, который не родился в моем питомнике, все точно так же под моим контролем. Мы проходим вакцинацию, проходим, если попадает в струю нашей вакцинации, добавим, вместе провакцинируем. Если уже приезжает щенок полностью привитым, тоже все контролирую, все оформления. Поэтому за это можно не переживать. Некоторые заводчики вообще не парятся по этому поводу и вообще просто там сами прививают своих щенков и нигде ничего не оформляют, поэтому уж не надо мне точно рассказывать. Или такое, например, если надо, пойдете оформите документы в клубе, тоже сталкивались, слышали, это вообще для меня уму непостижимо, если собака имеет документы, она их имеет. Либо тоже, ну почему, да, такие вопросы просто сподвигают некоторых, наверное, заводчиков, как мне говорят, вот мне нравится ваш пудель, я его куплю, но мне не нужны документы. Я говорю, да не вопрос, я вам могу не давать с собой документы, но вы же не говорите, что мне нравится ваш пудель, но я его хочу купить в 2 раза дешевле. Почему-то все сразу начинают говорить, что нам не нужны документы. Либо начинают говорить, что, ну, мне
типа, блин, не для разведения, не для выставок. Ну, то есть напрямую не говоря, что мне нравится ваш пудель, но я его хочу купить дешево. Например, там, или чихуахуа. Пожалуйста, документы могу не ложить вместе с собакой, но собака в любом случае оформлена. Любая из наших собак, кроме гибрида мальтипу, да, ну, по желанию могу документы родителей, мамы, папы приложить. Вообще не вопрос. У нас в Крыму мальтипу не регистрируется ни вскоре, ни в других кинологических организациях пока. Знаю, что в некоторых местах уже регистрируются, но это не имеет никакого значения. Пара родителей живут в нашем питомнике, мама и папа с родословными. Папа чемпион, как вы уже знаете, наш Нептуха. Да, вот. А такой красавец, как я его хочу красиво поснимать. Он такой шикарный. Этот малыш продолжает искать свою семью. Продается сейчас Рахат Лукум за 80 тысяч рублей. Он просто идеальный во всем. Здоровый, красивый, ровный. Он даже не высокий на ногах. Он просто, ну, тяжелее чуть-чуть, чем надо. Ну, для выставок, наверное, да и на выставке, может быть, попробовать. Для, когда попадется судья, который любит стандартиков крепеньких, его вообще расхвалят. Шикарный красавец. Вот, поэтому, ну, в общем, кто у нас в продаже, вы знаете, у нас осталось готовых к переезду. Вот это наша красавица ракушечка, которая сейчас тоже пока продается за 80 тысяч рублей. Это уже собака, в которой уже все видно. Все видно. Так, тут немножечко сбиваюсь, потому что в процессе у нас это белье нужно повесить, которое сегодня уже 3 стирки у нас перестиралось. Вот, малышка, кстати, наша красавица, которую я называю Ирландка, передает привет своей семье, как ждут ее уже дома, уже лежаночки ей купили. Приветик вам в Ирландию. Наша девочка, которая ждет отправочки. Ролекс. Так, давайте я заберу эти миски, мои любимые. Давай, давай. Да, ракушечка у нас в продаже и малышка Пелагея. Вот эта вот красивая девочка. Это из тех, которые здесь гуляют. Два мальтипу, остальные мальчишки. Красивенные, шикарные мальчишки. Так, где наша Авунда? Авундочку. Авундочку теперь будем показывать и передавать привет Марии. Мария приобрела вот такую вот прекрасную малышку. Вот она. Вот она, скажи, какая я. И папа рядышком. И папе на голову я залезу. Поздравляем Марию и ее семью. Прекрасный выбор. Отличная девочка. Я о ней очень много говорила. Вот ее красавец папа. Она вот так оденется. Будет пышная красавица. Но я думаю, она поменьше папы. Вот. Эй, ракушка. Обижалка. Нептуха. Купидон. Купи. Давай. Вот она. Ч-ч-ч. Фотография на память. Ой, красоту мы. Ням-ням еще хотим. Ой, как вкусненько. Посмотрите, какие они красивые. И красавец, маленький чемпион, продолжает искать свою семью. Если до вот выставки у нас тоже ближайшие будут, если мы сможем у них попасть, обязательно возьму его еще с собой. Цена будет, ребята, расти. Мальчик будет, ну, если мы сходим на выставку, то цена, конечно, возрастет, так как выставки это очень затратное мероприятие. Ну, а если он станет чемпионом, да, скажи, у нас уже столько чемпионов тут мальчиков, что, конечно, себе в питомнике, еще раз хочу сказать, был бы он девочкой, разговоров бы не было. Вообще красивенный. И вот этот вот тоже красавец. На, Рахат. Рахатик. Очень красивый. Очень. И Авундушка, красавица, шикарная девочка. А вот эти вот чучундрики маленькие, мини-мальчики, которым по 5 уже с лишним месяцев, в поисках своих семей. Это длинношерстный наш сыночек Мажорика. Босфорик, тоже сейчас продаются они все по 80 тысяч рублей. И, конечно же, страдалец вот этот вот Ерема, сестру, скажи, забрали. Это алиментный мальчишка, который переехал к нам со своей сестренкой Елочкой. Елочка уже уехала. А Ерема разговорчивый очень. Да, Карадак. Карадак ходит за мной по пятам. Наш умный помет постепенно находит своих владельцев, рано или поздно, как вы видите. И остальная детвора тоже продолжает искать свои семьи. Да, ой, такой вот у нас. На, Аюшку, кто там потерял Аюшку? Аюшка у нас со взрослыми гуляет, а не в яслях. Это у нас грязнульки-мальтипульки. Это у нас девочка Ламборджини и мини-мальчик с грязной бородкой. Покусил мяско, скажи, приклеил себе еду. Вот он, Аюшка.
Артекушка. Артекушка и Аюшка у нас продаются сейчас по 60 тысяч рублей. Это вообще смешная детская цена, но только в самые любящие, заботливые руки. Для любви, для обожания. Уши мы ставим. Все в остальном они идеальные. Зубы, все дела на месте. Шикарные, красивые, приземистые, стандартные. Чихуахуа очень красивый. Да, очень красивый. Длинношерстные. Да, вот такие вот мы зайчики. Ну что? Я побежала делать дальше свои дела, а вам еще раз всем доброго дня и прекрасного настроения. Надеюсь, вы также рады нашим новостям, как и мы, и поздравляете. А Ролик, сидите сюда, поздравляете владельца с приобретением малышки. Ну, поедет она на будущей неделе, поэтому пока мы будем гулять и передавать приветики семье. Да, вот они, мои белоснежные мальчишки, Босфор и Байкал. Детки, 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 Артекушка, мои умнички, мои красотулечки, все мои золотые, вот они мои красивые. А на этом я буду заканчивать это видео, по возможности поснимаю еще, не знаю, сегодня, потому что мне еще нужно упаковывать мясо в морозилке, заготовочки наши, да, мои хорошенькие. Всем пока и до новых видео, до новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, оставайтесь. Кстати, сделаю видео про ошейник еще раз, про средства, чем пользуется наш питомник от блох и клещей. Ну, понятно, начался сезон, бесконечные вопросы снова. Купидон, не обижай. Вот что единственный минус, Купидон, наш сладкий Купидон сына своего, смотрите, воспитывает. А он, видите, как подчиняется, да. Мальчишки начинают расти, созревать, и взрослые кобели начинают так серьезно воспитывать молодых кобелей. Но рахатик, он очень не задиристый, не, он покладистый, он, видите, как бы его пытается папа уложить на локти, он лежит, он не сопротивляется сдаче, не пытается давать, это говорит о том, что он подчиняется, это радует, потому что иначе могут быть скандальчики. Да, это говорит о темпераменте и подчинительном характере, очень умном и хорошем, да. Все, тут уже пусто, они стоят, смотрят, что тут мама еще нам даст, да? Что бы еще покушать? Посмотрите, пузы какие наели. Все, а ну иди сюда. А ну иди сюда. Камила, Камила, давай мы тебя покажем. Камила, смотрите, с этими мальчипухами в одном окрасе. Ты, значит, у нас получается карамельная? Красотка. Это наш Марат. Маратик. Такой мордоворот. Купидон, ты что там, веточку нашел? Ой, нравится на перекопанном лежать. Купидоша. Ты такой красавец. Сыночек подошел, целуется. Карушка. Карушка. Вот такие вот живы, красивые Купидоновичи и Мажориковичи. Да, да, Купидон. А это у нас Босфор. Это у нас Бебе. Это у нас Байкал и Биюк. Так, ну что, все, теперь точно пока. Давайте вам красавца нашего любимого покажем. Тарантинку. Тарантинушка, сыночка мой родной. Потяк вам, нате. Пузо загорать легло. Пузо легло загорать. И сына такого же окраса рядом. Лёх, малыш, продается сейчас за 80 тысяч рублей. Посмотрите, какой красивый. Макросъемка снимаю. Курносы в папином окрасе, только короткошерстный. Тетя моё сладкое создание. Ти такое сладкое создание. И беляшики, беляшики Мажорикович. Сейчас я к вам пуделя выпущу. Нептуху. Сейчас пусть он тоже с вами помотается. Девчонок, Афину. Ты кого там еще? Фанту можно. Сейчас, короче, будет у нас весело. Братишки, Карушка и Артекушка. Это те дети, которые в поисках папы и мам. Пожалуйста, Артекушка вот с подклеенными ушками 60 тысяч рублей. Кстати, послезавтра им полгода. Это дети уже, которые выросли, здоровые, крепкие. И еще раз, малыш 120 тысяч. Это вот этот вот шикарный. Торга на него не будет. Он, наверное, не буду загадывать, по чемпионим походим. Если что, цена только будет расти, потому что в этом случае собака уже для выставок и, с хорошей перспективой. Все, о чем кто мечтают, выращены правильно, воспитаны, с классным темпераментом. Да, Тарантино? Чё моё сладкое создание. И вот малыш еще раз Ерема. 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 Солнышко выходит. У нас сегодня так похолодало, солнышко. Кстати, Авундушка нашла себе игрушку и ходит, ее это вот колечко это носит. Покажись, Авунда. Понесла, понесла.
И она ее... Помните, как у нас была Джоконда, которая носилась со своей игрушкой? Вот так вот и Авунда теперь. Видите, у меня такое колечко. Если не забуду, вам ее положу с собой. Скажи, чтобы никто не забрал, носит с собой. Смотрите. Я уже несколько дней наблюдаю, как она носится с этой игрушкой. Просто на видео не могла поймать. Видите? Грязная, засмоктанная. Вот она положила, положила. Вот она. Игрушечка, да, Авунда? Тебе нравится? Красота. На. Покажись, ну покажись нам, какая ты умница. И все тут же за мной прибежали. Ну, я все время буду говорить всем пока. До новых видео, до новых встреч. Оставайтесь на нашем канале, чтобы не пропустить новости, которые происходят буквально каждый день в нашем доме, в уютном питомнике домашнем Костропула. Мы находимся в Крыму. И до новых видео, до новых встреч. С уважением, с любовью. Карушка. Да. Екатерина. И наши собачки.